утро, Белгород, вернее не утро, а уже день, пожалуй. У нас сегодня будет летний прорыв. Посмотрите, какая погодка. Солнце шпарит во все 360 градусов. Наш прорыв оледенел немножко, но нас это ни капли не смущает. Опля, какая красота! Не, ну это уже не прорубь, это какая-то баринка. Поэтому, ребята, вот сейчас можно приходить и купаться, получать настоящее удовольствие. Водичка жаркая. Погнали с нами кушать конфетки, пить чай. И все-таки в настоящую баринку. Я вас обманул, не совсем оно, ой. Ну что, я уже искупался, у нас новая рубрика автомобилей города Белгорода. Посмотрите, УАЗик Хантер. Потрясающий. Вуаля, я впервые вижу такую классную раскрасочку. Посмотрите, какие у нас колеса. Просто чудо, а не машина. Машина для патриотов. Реально классная тачка. А еще говорят, что наши не умеют делать машин. Умеют, если захотят. Экстренное включение, где Александр Пономаренко делает добро людям. Да, да. Только что купил у него мониторчик и будем оборудовать. Full HD мониторчик. Full HD мониторчик. На 22 дюйма. TN плюс фильтр. Это между IPS и обычным TFT. Просто невероятно. Брат, а куда нам ехать? Да буквально на остановочку, вообще это клиенты. А зачем вы туда так поехали? А я ж не знаю. Саня, буквально два мудрых слова для молодого поколения. Ребята, прежде чем товарища куда-нибудь везете, спросите, куда надо везти. Это вот первое, да. Цените свое время. Да, цените свое время. И тогда будете ценить время другим. А второе, всегда желайте людям добра. Оно вам вернется. Спасибо, Санька. Пожалуйста. Пока я тащу свою новую систему в студию, посмотрите на этих красавцев. Да что ж это такое? Чего вам тут нужно, ребята? Танюша, скажи, пожалуйста, в чем секрет успешной печати билетов? А, ты просто берешь и делаешь. Ну, рука же должна быть четкая. Посмотрите. Ничего сложного нет в том, чтобы взять, поставить печать как нужно и просто... напечатать. Ну, ты себя недооцениваешь. На самом деле, я бы с этим не справился. Посмотрите. 100 билетов за полсекунды. Молодцом. Мы притащили все необходимости. Вон, этот мониторчик, системный блок. Сейчас мы это будем под симпатичный таймлапс устанавливать. Создаем себе рабочее место. Получилось, ее можно сейчас включить и проверить, все ли у нас работает. А осталось только сделать кейбл менеджмент вот с такими вот маленькими zip tights. По сути, проволочки, которые мы весь этот ужас, который сзади, уберем. Все, система включается, все работает. И я только что понял одну вещь. Я не взял адаптер для Wi-Fi. То есть у меня, по сути, сейчас компьютер без доступа к интернету. Глупо с моей стороны, но это не самая большая проблема. Эту фигнюшку мы точно приобретем. Намного удобнее теперь работать, чем на ноутбуке. Все-таки 22 дюйма монитор. Судьбоносная встреча. Темирев Илья. Темирев Федор. И потрясающая хозяйка этой прекрасной семьи. Александр. В двух словах. Как это произошло и куда мы движемся? Мы движемся на бракосочетание. Кого? Младшего брата моего мужа. Это Темирев Никитка. В двух словах объясню, это мой... в общем, все детство он меня на корте в теннис наказывал. И сегодня он создает настоящую семью. Исторический момент вершится. Невероятная встреча. Вот этот взгляд. Когда младший брат женится, что он чувствует? Серега, да-да-да. 27-й день блога Данила Герасимова. Подобрали с собой, пошли. Ну, случайно, абсолютно. Мы заплатим тебе денег, либо дадим тебе цветы. Никитос, мимо буквально вот самые свежие, вряд ли у тебя кто-то сейчас спрашивал, самые свежие ощущения после свадьбы. Ты понимаешь, что это ключевой момент в жизни? Что ты чувствуешь? Я ничего не понимаю. Не осознал еще пока, да? Ну, это все хорошо, всем советую. Ну, теплые чувства переполняют. Конечно. Пару слов молодым людям, которые только к этому идут. Какой-нибудь, знаешь, адвайс, совет будет?
Не бойтесь, не бойтесь этого момента. Никит, ну увидимся в будущем. Еще раз поздравляю. Это что-то по-настоящему необыкновенное. Вышел купить адаптер за Wi-Fi. А мой давний друг женится. Никитка Темирев, я искренне тебя поздравляю с таким замечательным днем. Желаю тебе, твоей жене, ну, потрясающих красивых детишек, счастливейшей жизни и просто получать удовольствие от друг друга. Невероятный день. Мне кажется, таких совпадений не бывает. Потрясающее событие. Запомните, сегодня вы самые-самые лучшие. Лучше вас никого нет на этой планете. Все еще продолжаю поражаться, какое у меня крутое рабочее место. Смотрите. Я тут сижу, значит, работаю. А вон там фотосет устраивает. Принцессы разного калибра делают себе фотографии. Все, я ушел из студии. Подводим итог рабочего дня. Продуктивность жутко зашкаливала. Я практически ничего не сделал, но зато опять же посетил свадьбу абсолютно случайно давнего знакомого. Да и просто поделал много классных вещичек. Тем не менее, в каком-то в своих идеях мы не очень продвинулись. Но зато сейчас идем на премьеру мультфильма «Кунг-фу Панда 3», кажется, с Настюшкой в кинотеатр «Победа». Посмотрим, как оно чего там. Я думаю, будет весело. Будьте добры, пожалуйста, 2 билетика на «Кунг-фу Панду» на 14 ряд. Пусть будет 6-7 место. Взяли билетики, забавно, несмотря на то, что премьера в зале практически никого нет. Теперь ждем свою любимую Анастасию. Возможно, снимем таймлапс, пока ее нету. Ха! А вот она, уже пришла. Где же билет? Маленький лайфхак. Когда идете в кино, не стоит тратить дополнительные денежки на пепси в самом кинотеатре. Это слишком дорого. Зайдите в магазинчик поближе и сэкономьте. Лучше откладывайте себе на свадьбу. Здравствуйте. Пустите нас. А без билета? Нет. Ну ладно. Кунг-фу Панда, мы тебя ждем. Позитив и еще раз позитив. Очень круто, серьезно. Только поднимает настроение. И заставляет задуматься о хорошем, о добре и всех других приятных вещах. Тут-тру-трум. В чем секрет счастья? В любви. У тебя есть любовь? Значит, ты счастливый человек?